Приветствую вас, уважаемые друзья. Сегодня приехали на рыбалку, порыбачить. Весь день стоит туман. Походили, половили. Особо жор так и не начался, друзья. На той неделе вообще было глухо. За весь день практически ни одной поклевки. Сегодня вот у меня было за весь день две хороших поклевки. Один сход, ну и одну щучку я взял. То вы увидите ее видео. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. Опять отличился воблер от Беркинг до Реалис соточка. В рассветке арбузик. А в целом стоит глушь. Рыба брать не хочет. Ну, кое-как пытаемся заставить ее клюнуть. Но это у нас особо не получается. Ну, продолжайте, друзья, смотреть. Щучку увидите в видео. Вот, ребята, споймал первую щучку. Ну, такая, наверное, грамм под 700. Может, чуть-чуть побольше. Одна сошла, обидно. Сделала пару свечек. И только ее и видали. Ну и хочу сразу показать минус сеточного подсака при ловле щуки. Как закрутила воблер в подсак, теперь придется освобождать щуку, а потом аккуратненько освобождать воблер. Будем продолжать дальше. Ну, друзья, завесила 800 грамм. Ну, 30 грамм скидываю на пинцетик. Ну и так где-то 800 грамм или около того. Словил вот на этот воблер, на копию Duo Realist от Беркинг. Чуть распутал его из этой сетки. Ну, конечно, большой минус. Надо менять подсачек на более крупную ячею. Ну, воблер не перестает радовать. Вот, друзья, видео подошло к концу. Всех благ вам, вашим близким. Также, друзья, хочу поделиться вам одним лайфхаком. У меня вершинка спиннинга вылетала с комля. И увидел на одном из YouTube каналов, как делают и что делают, чтобы не вылетало. Взял свечку, воском смазал место соединения. Ну и что скажу, сегодня у меня за рыбалку ни разу не вылетел хлыстик. А так обычно один раз, два раза он у меня вылетал, чем я был весьма расстроен. Ну а сейчас парафином смазал. Отдельно, если вам интересно, сниму видео, как я что делал, и выложу на канал. Все, друзья, всех благ. Оставайтесь на канале, подписывайтесь. До новых встреч!